О, вы здесь. Не обращайте внимания на того человека, это был Стас из параллельной вселенной, у которого нет новогоднего настроения. Сейчас перед вами Стас из вашей вселенной, на которого вы подписались на YouTube, которого вы смотрите уже, надеюсь, некоторое время. И сходу я хочу сказать вам большое спасибо, что в 2018 году вы смотрели меня так много, что вас стало настолько больше. Мы пробили не то что 100 тысяч, мы уже пробили 120 тысяч подписчиков и идем вперед. Я надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания, и я надеюсь, что я оправдал их в 2018 году, что вы не пожалели того времени, которое вы потратили на просмотр моих видео. Я надеюсь, что мои видео были вам хоть чем-то полезны, потому что, в общем-то, я тешу себя иллюзией, что мои видео не только интересные, но еще и полезные. Насчет интересных, конечно, немного преувеличиваю, ладно. Все-таки, в любом случае, большое спасибо вам. Я очень надеюсь, что этот год для вас, 2018, уходящий, был не менее, а то и более интересен для вас, чем этот год для меня. Я надеюсь, что вы получили от него искреннее, большое и чистое удовольствие от того, что прожили этот прекрасный 2018 год. Естественно, он не во всем был гладок и хорош. Разные события бывали и глобальные, и я уверен, что локальные. У каждого человека были свои какие-то проблемы, какие-то свои ошибки, какие-то неудачи. Но это нормально, это жизнь. Мы все ее живем. И хочется верить, что у каждого человека этот год по итогу, по сумме всех отрицательных и положительных моментов, вышел все-таки хотя бы с небольшим, но все-таки плюсом. Если это так, то это уже очень здорово. Я желаю вам в 2019 году, чтобы у вас хотя бы что-нибудь было, как в Париже, чтобы вы получили искреннее удовольствие от 2019 года. С Новым годом, битмейкеры! Я надеюсь, что этот год будет лучше, чем предыдущий, ведь ради этого мы все и живем. И эту супер новогоднюю колу, как обычно, я поднимаю за вас. В этот раз я действительно забыл шапку, но для ощущения праздника никакая шапка не нужна. Все новогоднее настроение, все ощущение праздника у нас где-то внутри. И я надеюсь, что внутри вас его ничуть не меньше, чем внутри меня. О, что это? В любом случае, с Новым годом, друзья, с Новым годом, битмейкеры. Пусть это будет крутой год, и я надеюсь, что он будет круче, чем 2018. С Новым годом. Прекрасно. Мало кто знает, но 31 декабря за 4 часа до Нового года вот это для меня, вот эта Кока-Кола, самая вкусная Кока-Кола в году. Все, я пошел праздновать, желаю вам и того же, пока!